Общественники проводят большую работу по помощи детям с особенностями и ребятам из малообеспеченных семей. О том, чтобы отправить их в настоящее экологическое путешествие, члены палаты мечтали давно. Благодаря спонсорам идею удалось воплотить в реальность. 12 мальчишек и девчонок отправились на праздник. Поддержку в организации поездки оказала компания «Теко-сервис». Хочется выразить огромную благодарность спонсорам этого мероприятия. Это Александру Меркулову, управляющему аттракционом «Марвел Иллюзион», а также Алексею Голубеву из парка «Веселые джунгли» и компании «Теко-сервис», которая помогла нам с организацией автобуса на мероприятие и проспонсировала также праздничный обед деткам. Руководители аттракциона «Аквалюзион» и парка развлечений «Веселые джунгли» подготовили для детей интересную программу. Юные экологи узнали о том, как из вредителя природы стать ее спасателем. Ребята посетили искусственные водопады, увидели уникальное световое шоу, после чего путешественники отправились в «Веселые джунгли». Отвесные скалы, пиратское логово, сети ловушки, вулкан – со всеми испытаниями они успешно справились. Надеюсь, нашим посетителям понравилось наше заведение, им было весело и здорово. Не мне об этом, конечно, судить. И в дальнейшем мы планируем работать в этом направлении. В завершении путешествия организаторы пригласили детей на праздничный обед. Ребята с удовольствием принялись за угощение и активно обсуждали увиденное. Надеюсь, это наша не последняя совместная акция с общественной палатой Одинцовского района. Будем рады видеть вас снова, а также в преддверии 1 сентября, начала учебного года. Приходите, будем вас ждать. Это был насыщенный день. Дети немного утомились, но это была приятная усталость от впечатлений, информации и позитивных эмоций. Такую акцию общественники проводят впервые. В этот раз в путешествие отправились всего 12 детей. Организаторы уверены, что это только начало. И еще многие дети, которые нуждаются в помощи и внимании взрослых, обязательно побывают в сказочной стране развлечений. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».